Я думал, что кто-то там залетит, но я же не думал, что сам Кент АПК залетит. Яман! Смотри! Смотри! Вот это называется повезло, так повезло. Кент АПК! Что? Кент реально залетел? Даже стендов тебя хочет порадовать! Здарова всем, ребята, Кент АПК на проводе, и прямо сегодня я найду молодого, начинающего, перспективного стримера с нулем онлайна. Я залечу к нему на стрим и предложу ему его прокачать. Прикиньте, насколько же он будет в шоке. Кент АПК предложил прокачать стримера с нулем онлайна. Ребята, я уже подготовился, уже все, так сказать, чики-бамбони, уже все готово. Я написал стенду 2 в поиске, прямые трансляции и, как мы видим, сверху еще плюс-минус популярные стримеры. Но если пролистать немножко ниже, я вижу стримеров, у которых вот один онлайн, ну 90, 95, но я хочу найти стримера, у которого будет 0 онлайна. И да, ребята, мы его прокачаем, поэтому, пожалуйста, прожмите лайкусик, за то, что я такой добрый, хороший человек. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что, мало ли, братанчик, я следующего прокачаю. Под комментарий пиши, давай не выделывайся. Ну что же, а мы переходим к самому видосу. Я нашел стримера с нулем онлайна, он собирает новый ПК, ему кто-то даже закинул 993 рубля, вы чё? И знаете, в чем прикол этого стримера? Он просто включил картинку и все. Привет, Агро, привет. Привет, Агро, привет! Чувак, где вебка? Братан, тебе так никто денег не даст, но надо хоть вебочку хоть какую-то сделать. Ребята, я нашел! Один зритель, это я! Он как раз начал 7 минут назад. Это ебулечка, вы посмотрите, что там тренируется, разминается. Посмотрите на его вебку, это же вообще трэш. Блин. Извините, ну я не могу. Братан, ты чё, со сна въехал? Ты чё там сидишь, с космического корабля кого-то стрим запустил или чё? Так, у него вроде микрофон даже есть. Давайте ему напишу. Кобро, я твой фанат. Ждем его реакцию. Да, конечно, качество стрима у него реально стрёмное. Здорово, бро. О, один зритель. Я тут заданчики выполнял. О, фанат. Он сейчас, наверное, просто в шоке. У него уже есть какой-то фанат. Давайте ему напишу. Покажи свой инвентарь. Так, все, вот так вот. С ошибочкой написали, все как положено, мужики. В принципе, один зритель. Это хорошо. Брат, это очень хорошо, один зритель. Теперь у парня появилась мотивация стримить еще лучше, еще больше. И в лучшем качестве. Ну давай, родной, показывай, как же у него все лагает, вы даже не представляете. Сейчас покажу. Ай, нет. Вот, братан. Такой вот у меня инвентарь. Бомж. Ооо, у него нету ни единого ножа, прикиньте. И все, буквально. Не фартовый, я как видишь. Обалдеть, прикиньте, у него нет ни единого ножа. Теперь давайте зайду с аккаунта Кент АПК и напишу ему «Привет, брат!» Посмотрим, как он удивится. Кент АПК! Что? Кент? Блин, я ему! Какая у него гарная вебка! Еман! Я надеялся, что кто-то из популярных залетит, но чтоб Кент... Еман, вот это повезло. Мне кажется, после этого видео станет гораздо больше начинающих стримеров. Давайте ему напишу. О, в прокачку. Прокачку? Ты сейчас ты не шутишь, братан? Братан, я не шучу. Я тут как раз за скамелью, я думаю. Вот это называется повезло, так повезло. Пиши ДС. Все, короче, пацаны, на этом моменте мы запись-то будем закрывать. Я сейчас не хочу палить дискорд молодого. Жалко, у него нет донейшена. Я Синпень, я бы отправил бы донатик. Но так, я очень надеюсь, что он ко мне добавится в дискорд. И мы сейчас с ним созвонимся. Не, конечно, даже сам Кент. Еман, вот это ж у меня контент полетит. Вот это я сделал кучу контента про... Кучу контента, у него хоть одно видео есть. Типа одно видео на канале, врачи кучу контента сделаю. Все, погнали его набирать в дискорде. Братанчи! Я думал, ты не возьмешь, я думал, ты шутишь. Вот реально, я думал, ты шутишь. Скажи мне честно, ты реально хочешь прокачки инвентаря? Да. Брат. А как? А подожди, можешь спросить, а почему ты вообще стримил, если у тебя было 0 зрителей? Вот что у тебя было в голове? Ну надо с чего-то начинать, правильно? Правильно, брат. Вот это. Вот мне нравится твой настрой. Вот я тебе серьезно говорю. И мы сейчас зайдем на твой аккаунт и начнем тебя, так сказать, чики-бомбони. Вообще, имба, я думал. Нет, я реально, я думал, что кто-то там залетит, но я ж не думал, что сам Кент АПК залетит. Брат, давай. Кот думал и в суд попал. Ну еще ли один джентльмец, мы на аккаунте Климушки. И Климушек, ты посмотри, что у тебя уже есть на аккаунте, а? О, кейсы. Будем открывать кейс вообще, имба. Надеюсь, выпадет ножичек.
Брат, я не понимаю только одно, ты вообще доволен или нет? Где твоя реакция? Сам Кент залетел, ну, конечно, доволен. Там, мне кажется, любой был бы доволен. Климышек, братик, ну рассказывай, кто ты такой? Who are you? Вот изенный. Ну, зовут меня Клим, живу я в общежитии. В общежитии? Понял, брат, понял. Братик, ну вообще расскажи, как ты накатился до такой жизни? Что проходит стримы стендов? Ты уже вроде взрослый дядька, сколько тебе лет? Мне 16. Брат, ну то есть ты планируешь прям развиваться, двигаться по стримам, да? Я правильно понимаю? Я планирую собрать на компьютер, купить веб, микрофон. Блин, ребят же понимали, я снимаю это видео не постановочное. Я смотрю на Клима, он так волнуется, так переживает. Ребят, давайте вообще все поддержим Климышку и напишем: Климышек, брат, не волнуйся. Клим, ты вообще смотришь, тебе скинки выпадают или нет? Конечно. К сожалению, пока ты Петрарки. Конечно, пока ты Петрарки. Знаешь почему? Потому что не сказал волшебное заклинание. Говори заклинание, Климушка. Говори. Хэштег. Ставим лайки. Ставим лайки. Ребят, я скажу так. Хэштег Клим в попе молим. Погнали. Яман. Почти. Не, ну тоже штарфол. Брат, у тебя какой-то, смотри, кто тебя приглашает. Так. Твои друзья приглашают? Да. Клим, ну брат, ну рассказывай. У тебя, я смотрю, на канале сколько подписчиков, напомни мне на секундочку. 90. 90 подписчиков, брат, как ты их набрал? Что ты им на сказал, чтобы они тебя подписались? Как? На шарфах. Смотри! Смотри! Я в шоке! Вот это начало! Брат, это только начало прокачки! Вот это называется повезло, как повезло! Давай дальше, Клим! Готов, брат? Давай. Конечно, готов, всегда готов. Клим, чем вообще занимаешься по жизни? Рассказывай. Ну, учусь, стримами занимаюсь. Брат, ну я был, то есть ты стример серьезный, я правильно понимаю? Ну, конечно, а как же? Клим, смотри, смотри, второй! Прикиньте, вторая бабочка выпала, и у меня челюга отлетела бы. Да у меня, я сейчас прям тут со стула. Братик, ну давай так, банально прям сейчас, держим кулачки, Климышек, поднимай кулачки. Да, почти. Ну видишь, ты вот кулачки не поднимаешь, Климышка, кулачки поднимаем, и давай вместе. Давай. Аркан, аркан, давай вместе, арканочка, аркан, 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 сюда на базу. Давай. Аркан! Почти. Клин, ну ё-моё. Клин, а чё марарка выпала, чё за дела? Ну, помощь стендов. Мратик, ты понимаешь, что это только начало? Мы сейчас закрываем дальше. Не, ну, понимаешь, не, да? Уже хорошее начало, бабочка. Климышек, вообще офигенное Мратик, начало. Давай прям сейчас скажи какой-то стишок, и я открываю фейбл кастик ради тебя. Давай, родной. Не знаю, Кент не папа. Я не знаю стишков. Брат, ну любой. Ну давай хотя бы в лесу родилась елочка, братик. Песенку хотя бы знаешь, да. Хотя бы ее знаешь. Точнее сказать, не помню. Не помнишь? В лесу родилась елочка. Ладно, Клим, братик, тебе такой вопросик сразу. Брат, ну давай хотя бы такой самый элементарный. 2 + 2 = 2. 6. Хорош, брат, хорош! Там легко. Клим, брат, потому что я уже подумал, что мало ли, ну, знаешь, мало ли там, ну, что-то такое. Нет, но я говорю, ну, Клим волнуется, ребят, поэтому давайте все поддержим Клима и напишем хэштег Клим, не боись! Клим, братик, давай, где твои эмоции? Покажи свою пиццуху! Хорош, брат, хорош, нормально, как воробья под коленом, погнали, родной! Так, мы открываем еще один, смотри! Сюда! Ты прикинь, даже стендов тебя хочет порадовать. Ну ты веришь в это или нет? Да не, булдроп, мне кажется, получше будет. О, братик, я смотрю, ты уже знаешь, что будет дальше, да? То есть ты, брат, за мной смотришь давно, за моим каналом наблюдаешь и так далее? Конечно, уже года. Клим, брат, расскажи, ты живешь в общежитии, и у вас там с родителями одна комната, вы вместе в одной комнате, да, живете? Да. И ты еще пытаешься стримить? Конечно, надо же развиваться. Брат, это правильно. Давайте все вместе в чате напишем хэштег развитие! Погнали! Давай, брат, ради развития. Брат, брат, я тоже развиваюсь, смотри. Ой-ой-ой, почти. Брат, надо развиваться, смотри. Если ты хочешь стать стримером, тебе надо вот это волнение. Это, смотри, это твое волнение. Волнение. Брат, давай громче скажем. Нет, волнением! Нет, волнению! Давай, Климышек, брат, давай через то, что мы поняли, что у тебя нет волнения. Расскажи на какой-то анекдотик, и мы открываем фурию с кассе. Какой-то коротенький. Колобок повесился. Клим, брат, я знаю, что хочешь быть ютубером, поэтому, братик, я думаю, ссылочки можно будет на тебя указать в описании. Че думаешь? Не, ну конечно можно. Конечно можно. Ну что, погнали выбивать еще одни керамбитики? Погнали. О, надеюсь, Керклаб, у меня он как раз был. О, давай, брат, я делаю волшебное заклинание. А тебя заскамили, да? Да. А кто тебя заскамил? Кто тебя заскамил? А там нехороший человек. Ладно, брат, давай откроем за всех хороших людей фурию с кассик. Раз, да. Два, три. Клим, закрывай глаза. Поехали. Закрывай глаза, давай, брат, закрывай. Закрывай.
Обалдеть, что вы была! Брат, открывай глаза. Почти. М4 Pro. Брат, ты думаешь, я тебя ставлю вот так вот, без ничего? Нет, конечно. А ну закрой глаза! А ну закрой глаза! Братик, открывай! Открывай! Мы на булдропе! Сейчас буду понимать. Ну давай так, ты уже эксперт по булдропчику. Я уже знаю, смотришь меня, мои видео, мои стримы. Брат, ну рассказывай, а куда залетим? С чего начнем, так сказать? Не, ну давай, да, с короля драконов. С короля драконов, с короля... Брат, ну сколько штук? 5 или 10, говори сразу. На мужика открываем. 5? Вот так, на пеп открываем, да? Давай. Хидыщ! Так, и что нам выпадает, а ну-ка? Сюда! Братик, мы уже плюс вышли, 3873! Опа, вообще ба! Тип Gold School выбил, что? Братик. Ты, ты тоже хочешь? Он и выбил с платинового БК. Будем рисковать или нет? Ты хочешь тоже платиновый БК открыть? Нет. Ты уверен? Конечно. Ты готов рискнуть? Конечно, всегда готов, давай. Брат, давай, за начинающих стримеров. Скажи пару слов мотивации начинающим стримерам, у которых ноль онлайна. Чтобы они не издавались. Ну, нужно никогда не отчаяться и всегда делать то, что нравится. И всегда идите вперед. И всегда стримить. Если вам нравится стримить, бросайте вашу вонючую школу с стримерами. Да, правильно? Конечно. А, ну, правда, это шутка. Ну, давай, начнем за штучечки, потому что это слишком дорого. Ты же понимаешь, да? Ну, конечно. Конечно, надо попробовать сперва прощупать почву. Давай, брат, щупаем почву. Щупаем почву и... Сюда просто кунай. Обалдеть. Вообще хорошо выдало. 4500, и прикинь, мы же плюсти. Слушай. Вообще хорошо. А ты ходишь вот прям на мужика? Давай мы сейчас, брат, на живой. Are you ready, менчи? Давай сразу два, я ж не перхать. Ну если не перхать. На 4К? Да, конечно. Ты уверен? Да, всегда. Давай, раз, два, три. Блин, ребята, мне бы уверенность клима. Поехали, давай. Погнали. Вообще, вот это ты машина! Да! 8800! Я просто в шоке. А булпас можно награды забрать? Булпас? Конечно. В смысле можно? Нужно! Вообще хорошо. Кстати, мы с тобой дошли до 40 уровня, посмотри, какие у нас крутые награды. 250 голды получили на халяву. Дальше. На халяву? Можно халяву! Вообще. Опа. Брат, давай посерединке. Посерединке. Обалдеть, это все бесплатно. Перчатки за 4К. Класс. Да. Не, ну, ребят, мне кажется, за такое надо лайк поставить обязательно. Ну, конечно. Брат, а может поиграем в сапера? Братан, откуда ты все это знаешь? Я смотрю твои ролики. Ну давай. На 500 голдишечки. Катим? Давай. Давай, погнали. Ну что, выбирай, что ты хочешь? Давай самую верхнюю с левой стороны. Давай. Брат, давай, раз ты, раз я. Я уже профессионал, смотри. Вот так, закрываем глаза и рандом тыкаем. Оп! Сюда на базу, 910 забрал! Давай еще раз. Давай. Оп! Опять забрать, Ну, вообще, смотрю, мастер на этом булдропе. Конечно, брат, опыт не пропьешь, что попытки были. Да, лесенка на костарь, погнали. Ну окей, я понял, ты мне чистый приказ сказал. Так, давай. Все, давай, куда идем? Куда лесенку ставим-то, эту вонючую? А давай в рандомное место, потому что давай. Как всегда работает. О, вот реально сработало. А теперь куда? Нет, на место камня. Работает. Давай на место камня. Давай. Имба! Опять на место камня. Брат, 2300! А что у тебя потемнело? А сейчас свет врублю. Давай еще раз на место камня. Давай на место камня. Ой, слили. Брат, ну что ты даешь сзади? Слушай. Ну что, получается, все? Можно идти на вывод? Кент, а как же подписчики? О, братья, хорошо, что ты про них вспомнил. Сейчас мы им покажем секретный кодик на подарок. А, ребята, вводим этот кодик, нажимаем получить бонус. И вуаля! Успешно активировано! Теперь вы так листаете вниз и получаете совершенно бесплатно кастик на халяву. А что за кастик? А, братик, а я не хочу говорить, что за кастик. Это будет секретик. Все, давай, все, идем на вывод с тобой. Так, ну вроде все правильно. Ладно. Нажимаем вывести и переходим в стендовчик. Теперь нам надо просто ждать. Вывели! Братанчик, нам вывели! Ну чё, ты рад, роднулечка, ты моя! Конечно, рад. Ну давай сразу, летаем на рыночек, тебя же скамили! А Кент ПК тебя отскамил! Ну шо, дорогулька ты моя, что же мы купим? Перчатки хочешь? Перчатки, честно. По-любому перчатки покупаем, по-любому. По-любые перчаточки! Братанчик, выбираешь, что хочешь. Давай X-Ray. Такие самые имбовые перчатки на моем мнении. Вот, X-Ray, это вообще имбулечка. Слушай, а нож тебе надо чего-то? Вот
два ножа, один закатай, второй закатай. Чтобы был крутым пацаном. Ну, можно, думаю. Погнали, стилет тайдай. Брат, потому что понимаешь, все подписчики смотрят, если у тебя нож. Если ножа нет, они скажут, что ты и пыль, потом, да, братик. Конечно. Чтобы было много подписчиков, надо нож, по-любому. Вот реально. Конечно. Берем вот этот? Конечно берем. Так, что мы еще купим? У тебя еще целых 4 косаря, прикинь. Что же будем покупать? Давай хороший какой-нибудь калашик, допустим, ТХ. У тебя же как раз был ТХ! Ты готов на мужика, скажи, нормально, ты готов или нет? Конечно, готов. Брат, ты уверен, что это что-то малышечка? Да. А может, слушай, может, есть с какими-то крутыми наклейками, давай поищем. Может, что-то такое сразу блатное возьмем? Опа. Нравится? Да, класс, конечно, берем! Братачик, я хочу, чтобы ты это сказал. Скажи просто дзынь. Дзынь. Хидыш, смотри, твой инвентарчик, дорогушки, ты моя! Ты посмотри на эту красоту, там все девки твои! Я, ну вообще, теперь можно и стримить с кайфом. Брат, да ты гонишь, сейчас на тебя все подпишут с какими-то скинами. Ты еще кому-то ножичек разыграешь подписчиков, там будет подписчиков миллион. Да, вообще без проблем. Ну что же, уважаемые подписчики, обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Всегда заходите к стримерам, у которых 0 зрителей. Ну и ко мне заходите тоже. С вами был ваш Кентуха и... Клим. И Климушек. Придумайте рифму к слову Клим. Чтобы так же хочет прокачку, так же как Клим, заходите ко мне в ТГ. Ссылочки в описании. Обязательно подписывайтесь. Все, мужики, всем пока-пока. Всем пока.